Добрий вечір, шановний Арсеній Петрович, добрий вечір, шановні друзі. Я сподіваюся, що вечір справді добрий, ну для мене так точно. І я думаю, що і ніч буде не менш доброю, ніж вечір. Арсеній Петрович, ну в нас події, визначні події, і хто, як не ви, може яскраво, змістовно про них розповісти. Я, до речі, дуже просив би вас сьогодні, щоб ми зробили виключення. В нас ефіри завжди українською мовою, але сьогодні нас дивиться багато росіян, які зовсім не мають інформації, тому що офіційні джерела не повідомляють майже нічого. Телеграм-канали блокують російські, і мільйони росіян не мають зовсім ніякої інформації про те, що відбувається зараз в їхній країні. А для нас це дуже важливо, щоб вони мали цю інформацію і поширювали її серед росіян. Тому я дуже просив би вас, щоб ми цей ефір провели російською мовою. Як ви? Дмитрович, я не заперечую, это будет с вами первый эфир, который мы ведем на русском языке, да. Вот в этом формате. Но и впервые за все время преступного правления Путина события, которые происходят сегодня в России, заслуживают на то, чтобы русскоговорящие, которые имеют или не имеют доступа к информации, получили другое мнение. Я думаю, что в принципе тут мы сделаем правильно в конкретном этом случае, чтобы описать картину всего происходящего именно для русскоязычного населения России и других территорий. Арсений Петрович, вы знаете, вы для меня эксперт номер один, я всегда об этом говорил, потому что вы из высшей лиги международной политики. Вы не просто что-то слышали краем уха или что-то видели, вы слышали и видели все и знаете все. И понимаете, что такое украинская политика, что такое российская политика, что такое американская политика, что такое британская политика и так далее. Поэтому мне очень хотелось бы сегодня с вами всеобъемлюще поговорить о том, что происходит в России, потому что это имеет ключевое значение для Украины, для нашей победы. Я сначала спрошу вас, скажите, вы могли себе представить, вы человек с очень таким тонким прогнозом обычно, вы могли себе представить, что там может произойти нечто подобное? Скажу откровенно, представить то, что повар такого низкого пошива, которого воспитал и привел Путин, будет формировать восстание против самого своего же клиента, что официант будет бегать за и преследовать, собственно говоря, посетителя этого ресторана, ну я не мог, я, конечно, не мог. Вот. Но, в принципе, то, что делает Путин на протяжении последних двух десятилетий, оно к этому должно было прийти. То есть только, возникает только вопрос, что бы спровоцировало события, которые сегодня происходят в России. Фактически эти все события спровоцировал лично Путин. Лично он. Поэтому, отвечая на вопрос, ожидал ли я, что конкретно Пригожин, который носил еду и зарабатывал десятки миллиардов долларов на контрактах из России и на контрактах в разных странах мира благодаря российскому правительству и непосредственно Путину пойдет против Путина? Нет, этого я не ожидал. Но ожидал ли я, что диктаторское и дикое правление Путина будет иметь огромные последствия для Путина лично и для самой России? Да, это мы пока еще не можем сказать, что это крах России, я сразу хочу сказать наперед. Но то, что это имеет огромнейшие последствия и будет иметь, как бы это ни завершилось, это уже факт. Арсений Петрович, ну интерес огромный, учитывая то, что вы в эфире, мы 4 минуты в эфире, и нас смотрят уже 4000 зрителей. Я, наверное, сделаю преамбулу, вы меня поправите, если я где-то ошибусь. Евгений Пригожин. Очень интересная фигура сама по себе. Я его называю такой еврейский дедушка, чистый аферист, сидевший 10 или более лет, втершийся в свое время в доверие к Путину в Питере, когда на волне 90-х он открывал очень вкусные рестораны, а Путин, который был заместителем Собчака, там кушал. Вот они где-то пересеклись, понравились друг другу, и началось их совместное плавание, которое длится уже 30 лет. При этом Пригожин стал одним из самых богатых людей в России, он официальный миллиардер, герой России, герой ДНР, ЛНР, всякого говна этого. При этом он имеет прочные позиции в Африке, где охраняет
российскую добычу золота, алмазов, нефти и так далее, охраняет даже правительство африканских стран. Некоторых известно, как он участвовал в боях в Сирии, и известно, как он участвовал в боях в Украине. То есть мы видели жестокого, целенаправленного, целеустремленного, системного негодяя, который, в общем-то, занимался истреблением украинцев. И вот этот негодяй берет в руки оружие и разворачивает его против как бы Шойгу и Герасимова, но на самом деле против Путина. Причем, судя по всему, он хорошо готовился. Когда он рассказывал, что у него снарядный голод, когда он кричал Путин, Герасимову, Шойгу, дайте оружие, у нас нет оружия. На самом деле оружие у него было, как мне наши говорили ребята, но он его, видимо, накапливал, и под надуманным предлогом через два месяца он пошел на Ростов, на Воронеж, на Липецк, а сейчас идет на Москву. Скажите, в чем здесь подоплека? Дмитрий Ильич, к вашему портрету военного преступника Пригожина я бы хотел добавить еще несколько разного рода элементов. Там в этом пазле необходимо разложить вообще, как он зарабатывал деньги, вообще откуда взялся. Еще раз подчеркиваю, что господин Пригожин – это такой же военный преступник, как и Владимир Путин. Вы кратко описали его уголовное прошлое. У него действительно, по разным данным, было несколько расследований. Было расследование в «The Economist», крупнейшем издании, и «Wall Street Journal», тоже крупнейшее американское издание. Давали информацию о том, что он трижды сидевший. Значит, первая там была какая-то полубытовуха. Вот. Вторая – воровство. В том числе и на воровстве было 6 бокалов вина. А третье – это было нападение на женщину в каком-то парке. И там, значит, он снял с нее украшения. Вот. И, в принципе, до распада империи зла он находился в местах не столь отдаленных. По разным данным, соответственно, к нему из-за третьего состава преступления по-разному относились. А потом он, выйдя из мест лишения свободы, начал заниматься прибыльным бизнесом, начиная от хот-догов и заканчивая тем, что все-таки они перешли в так называемый ресторанный бизнес. Что такое по тем временам был ресторанный бизнес, потому что это 90-е годы, Петербург, или как у них там Ленинград называлось? Или бандитский Петербург. Да, значит, ресторанный бизнес – это была часть мафиозного и бандитского конгломерата, который был полностью срощен с властью, и там были и рестораны, там были и казино, и там были и отношения с властью, и внимание, с какой властью. Это заммэра Собчака, ныне действующий военный преступник и человек, который находится в кабинете президента Российской Федерации, это Владимир Владимирович Путин. Так появился Пригожин. Были очень смешные истории, я в прошлом эфире вам рассказывал, когда Пригожин, значит, готовил еду для президента Соединенных Штатов Буша, вот, с каких-то там страусов, какой-то ужас, ну, блин, да, известная русская кухня со страусами. Значит, в результате Буш кушал стейки. Та же история потом где-то повторилась с самим непосредственно Путиным, но это все описание, это все прелюдия к большой истории. А большая история лежит в следующем. Тогда, когда Пригожин окончательно втерся в доверие к военному преступнику Путину, он понял, что надо развивать большую бизнес-империю. Большую бизнес-империю, и ключевой этой бизнес-империи, конечно же, стала так называемая частная военная компания. Это никакая не частная, не военная компания. Это классическое террористическое подразделение, которое спонсируется российским государством, и которое было создано непосредственно по прямому указанию военного преступника Владимира Путина. Путин и Пригожин – это подельники. Пригожин – это исполнитель. А Владимир Путин – это заказчик всего, что происходило. Это, знаете так, юридическая классика. Значит, и дальше, как говорится, пошла жара. Пригожин, благодаря Путину, я думаю, вместе с Путиным это будет корректнее, вместе с Кремлем, заработали миллиарды долларов. Значит, так называемая частная военная компания, а точнее террористическая организация «Вагнер» оперировала на четырех, внимание, на четырех континентах.
и в районе 30 стран. Ого! Да. Эта компания имеет разветвленную сеть собственности бизнеса и юридических лиц. Только по подсчетам Wall Street Journal эта компания имеет более 60 разного уровня зарегистрированных в разных юридических юрисдикциях юридических лиц, которые занимаются всем, начиная от добычи нефти и заканчивая золотом, бриллиантами и другими, видите, забыл, как это по-русски, корыстные копалины. Полезные ископаемые. Полезными ископаемыми, mm-hmm. да. Идем дальше. Тогда, когда, более того, там, например, эта частная компания, опять, это террористическая организация Вагнер, она охраняла в том числе некоторых президентов. То есть она оперировала, понятно, Ливия, Сирия, Центральная Африканская Республика, охрана президентов. Это же не охрана президента, это фактически у них эти президенты заложники были. Да. И формирование крупнейшего хаоса в африканских странах. Почему крупнейшего хаоса? Таким образом, то есть Россия оперирует... категории хаоса, дабы контролировать те территории, которые даже помышляют о необходимости каких-либо демократических реформ или хотя бы рассматривают необходимость контактов с Западом. То есть что необходимо? Для России самый простой путь – это инъекция хаоса, инъекция беспредела, коррупции. И таким образом эти страны и ресурсы этих стран можно контролировать. И это была часть государственной политики, и есть часть государственной политики Владимира Путина, и реализацией этой государственной политики на территориях, о которых я уже сказал, это около 30 стран, где находился Пригожин и его люди, занималась непосредственно террористическая организация «Вагнер». Теперь мы идем дальше. Как они туда добирались? Вы же понимаете, что для того, чтобы добраться в эти страны, для того, чтобы получить оружие, вы же видели сейчас все видео, фактаж, и не только эти видео и фактаж, а и то, что происходит в странах Африки. Там же есть оружие. Ну, понятно, что если послушать военного преступника Путина, то, в принципе, в военторге можно все купить. Вова, так он все в военторге купил, елки-палки. Все, что ты ему сказал, он в военторге купил. Вон я видел, он там этот панцирь купил, тоже в военторге. И не один. Он сбил твои, которым он твои же вертолеты сбил. Уже три. Ну, смотрите, я не знаю, сколько, Дим. 3 или 33, да. Очень, очень важно, чтобы там было большее количество панцирей у Пригожина и большее количество вертолетов у его подельника Путина. Да, то есть, таким образом, вся доставка, как вооружение, так и живой силы, осуществлялось в том числе транспортной авиацией Министерства обороны Российской Федерации. Это мы с вами кратенько описали внешний сегмент. Пошли дальше. Господин Пригожин, военный преступник Пригожин, осужден судебной системой Соединенных Штатов Америки за вмешательство в выборы в США. Как вы думаете, кто был заинтересантом вмешательства в выборы в Соединенных Штатах Америки? Владимир Путин, кто же еще? Повар Пригожин или Путин? Путин, конечно. Конечно. Пошли дальше. Теперь мы давайте упомянем фабрику троллей его знаменитую. Да-да-да, это абсолютно точно. То есть вся эта... Дмитриевич, нам с вами ее не надо упоминать. Знаете почему? Потому что если мы посмотрим наши эфиры или наши посты, мы там увидим не только внутренних, скажем так, комментаторов, моих друзей в скобках, но там мы увидим очень-очень много именно этой русской фабрики троллей, которая спонсировалась непосредственно террористической организацией «Вагнер», непосредственно Пригожиным, и это делалось в непосредственной координации с российскими спецслужбами. Переходим дальше. Чем же еще... Новый патриот России, он же военный преступник и он же подельник Путина Пригожин, занимался в России. По подсчетам того же Wall Street Journal, значит, около 25 компаний, это те, которые они идентифицировали, с 2013 по 2000, за 9 лет, за 9 лет, чтобы я сейчас не ошибился в датах, да, да, это с, до 23-го года, за 9 лет, правильно. Mm-hmm. Эти компании, внимание, получили из государственного бюджета, федерального бюджета, российской недоимперии, это те, только те компании, которые идентифицированы,
5 миллиардов долларов. После этого сегодня этот подельник Пригожина, который утром записывал обращение, явно записывал обращение, его там еще где-то поддерживали, потому что как-то он... Слушайте, это не то обращение, которое он записывал, публиковал 24 числа. Развалясь вот так в кресле. Ага. Что-то я так смотрю, да, ну тенденции поменялись, товарищ Путин, поменялись тенденции. Губки синие и дрожат. Вот, то есть он фактически создал господина Пригожина. И это одного поля преступные ягоды. Поэтому то, что сегодня происходит в России, в принципе, это результат правления Путина и той преступной верхушки, которая сформирована за два десятка лет непосредственно Владимиром Путиным. И тут очень важно, Дмитрий Ильич, так как мы уже перешли на русский язык, вот тут очень важно, да, чтобы... А мы вот тем русским, которые или в России, или выехали из России, да, просто рассказали, товарищи русские, а вот вы не пробовали вообще проанализировать свою страну, своего так называемого президента, свою жизнь. Что вы наделали? Что вы натворили? Чего вы достигли? И как вы дальше с этим собираетесь жить? С этим, я говорю, это с этим историческим грузом просто драматической преступной деятельности, которую сделала путинская Россия и те, которые поддерживали Путина. И с этим это непосредственно с Путиным. Вот, Дмитрий, вы знаете, я думаю, что никогда никто в жизни, ни один футуролог бы... Вот вы же задали мне первый вопрос с самого начала, да? Вот вы себе представляли? Смотрите, я, во-первых, не футуролог, я реалист, да? И вот это там на кофейной гуще не гадаю, там, вот не получается у меня это там на картах, там Таро, Шмаро или что там они еще там выдумывают, да? Людей дурят. Так вот, я никогда не мог себе представить, что тот путь, который путинская Россия прошла с 24 февраля до сегодняшнего дня, будет таким образом пройден. И точно так же, я думаю, что мало кто себе представлял вообще, что путинская Россия и лично Путин, который получил власть, надо очень четко сказать, Путин не был демократически избранным президентом России никогда. Это была классическая передача власти и потом узаканивание передачи власти через так называемые выборы. Это я и обращаюсь к нашим западным партнерам. Дорогие друзья, никогда в России не было демократически избранного Путина. Это было лицо назначенное. А потом через фальсифицированные выборы, утвержденное в этой должности несколько раз. Так вот, теперь давайте проанализируем, товарищи русские, да, до чего вы дошли. У вас был старый нарратив. Это еще там с советских времен. Братские народы. Я всегда говорил, слушайте, мы с вами не братья. Вот вообще не братья, не сестры. Вот послушайте, живите себе отдельно. Мы себе живем окремо. Не лезьте в нашу хату. Я вас дуже прошу. Но вы на этом мифе, товарищи русские, прожили три десятка лет. Более того, этот миф вы же еще очень эффективно продавали в Украине. Я должен это признать. Если в Украине даже 2% голосовало там за таких мразей, там, как Шарии и все остальное, не говоря уже о других классических пророссийских партиях, можно сказать о том, что третья часть украинского политического ландшафта контролировалась напрямую или опосредованно Россией. Если не больше. Конечно. Это я сказал, это я еще культурно так, знаете, даю оценки. И базировалось это в первую очередь на мифе о братском народе. Этот миф был подкреплен чем? Он был подкреплен историческим бредом, и ложью. Да. Ложью,
начиная от Второй мировой войны, и не только Второй мировой войны, а еще начиная от казацтва и Екатерины. Он был подкреплен тезисом Путина. Россия заканчивается там, где заканчивается русский язык. Я хочу напомнить это. Он был подкреплен неимоверной коррупцией в Украине, которая спонсировалась Россией. И я хочу напомнить, как я выпихал из энергетического и газового сектора всю русскую олигархию. То есть, а тут вообще, тут русский «Газпром» как у себя жил. И не только русский «Газпром». Все это было поддержано огромными финансовыми вливаниями через систему финансовых компаний и банков. Все это было поддержано огромной пиар-составляющей и медийной, телевизионные каналы, эксперты, политики. То есть, в принципе, надо честно признаться, что ФСБшная, КГБшная натура Путина, благодаря всем факторам, которые, это еще не все факторы, но большинству, которых я вам назвал, в принципе, контролировали значительную часть Украины как таковой. И именно поэтому у меня был заблокирован парламент как у спикера, когда я сказал, что нам надо быть членом НАТО. Именно поэтому. У меня, как у министра иностранных дел, были митинги напротив Министерства иностранных дел, когда там появился флаг Европейского Союза на всю высоту здания Министерства иностранных дел. Именно поэтому началась огромная кампания против меня, когда я избавился от российского «Газпрома» и от российской зависимости. То есть тут были ресурсы. Дорогие друзья, мы с вами купили для вооруженных сил Украины уже 30 дронов. 30 разведывательных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые так необходимы на фронте. 30 дронов. Это много или мало? Конечно, это не мало, но это и немного. И я хотел бы, чтобы мы с вами купили для вооруженных сил Украины 100 дронов. 100 дронов, которые так необходимы сегодня на фронте. И поэтому я приглашаю всех в мой магазин мерча «Гордон Шоп». Каждый, кто что-то приобретет, получит в подарок вот такую вот шоколадку. Итак, сколько наименований моего мерча вы купите, столько шоколадок, вот таких, повторяю, шоколадок, вы бесплатно получите. Приходите в магазин «Гордон Шоп». Покупайте все, что вам понравится. Получайте в подарок шоколадки «Гордон». И самое главное, давайте вместе поможем нашей прекрасной армии изгнать ненавистного оккупанта с украинской земли. Теперь мы переходим дальше. Военный преступник Путин, он же вам, россияне, он же вам рассказывал, какое страшное НАТО. Он же вам рассказывал о том, что он ни в коем случае не допустит расширения НАТО. И именно для этого он решил напасть на суверенную Украину. Что в результате нападения Путина на Украину случилось? НАТО расширилось до таких пределов, которые никогда, ни при каких обстоятельствах не ожидал никто. И в первую очередь не ожидал Путин, да и само НАТО не ожидал. Потому что расширить НАТО на самую длинную границу в виде Финляндии, нейтральной Финляндии. Это надо уметь. Швеция все равно станет членом НАТО. Это надо уметь. Теперь пошли дальше. Он же потирал руки и говорил, НАТО умрет. И там были еще голоса, в том числе в самом НАТО, которые говорили, что оно там уже имеет мертвый мозг. Неплохой мертвый мозг. Сейчас это самая мощная военная организация, которая благодаря войне Путина против Украины мобилизировалась настолько, что у нее вообще сегодня вторая жизнь. И в принципе, благодаря Путину мы можем смело говорить о версии 2.0 НАТО. НАТО – это новая жизнь с новой стратегией и, самое главное, с новой энергией, с новыми силами.
Пошли дальше. Его задача была захватить Украину. В рамках задачи захватить Украину, товарищи русские, он вам рассказывал по телевизору о демилитаризации Украины, денацификации Украины, деинтеграции Украины и еще там что-то «Д». Нейтральный статус. Да. Теперь, чего добился этот великий полководец, военный преступник? Первое, они объявили о демилитаризации. Действительно, Украина демилитаризировала Россию. И это уже официальные данные, что так называемые обычные вооружения Российской Федерации уменьшились наполовину от того, что у них было по состоянию на широкомасштабную агрессию России против Украины. То есть фактически Украина демилитаризировала половину вооруженных сил Российской Федерации. Второе. Украина действительно демилитаризировалась от советского вооружения и от советских стандартов. Это было суверенное решение Украины. И третье. Украина, в принципе, получила то вооружение и те знания, ну, которые мы бы никогда не получили. Надо тоже честно признать, если бы Путин не напал на Украину. Да, конечно, лучше бы, может, и не надо было в таком формате получать. Но мы защищаем себя, мы защищаем свою страну. Цена для нас крайне высокая. Но такова цена свободы. К сожалению, путь к свободе всегда полит кровью. Пошли по денацификации. Да, действительно произошла нацификация только. Непосредственно самой России. То есть более нацистского режима, после режима Адольфа Гитлера, чем путинский режим, в Европе не было. То есть это вообще, это энциклопедический пример нацизма, уже антисемитизма, расизма, вот всех измов, которые только есть. С геноцидальным направлением. А теперь пошли под дезинтеграцию Украины. Более сплоченной Украины, чем сейчас. Да, высокой ценой. Я не помню. За все три десятилетия с того момента, когда Украина возобновила свою независимость. Более того. Если бы кто-то сказал два года тому, что Украина получит статус кандидата в члены Европейского Союза, это дезинтеграция, точнее, будет интегрироваться в Европейский Союз. Я думаю, мы бы не нашли ни одного эксперта, который бы поставил свою подпись под этим. Более того, сейчас перед саммитом в Вильнюсе уже не идет дискуссия, как отказать Украине в принятии НАТО, а идет дискуссия, как сделать Украину членом НАТО, но там есть какие-то «но». Да. Не допустить Третьей мировой войны, но получить одобрение всех стран-членов НАТО, но обеспечить гарантии для Украины до того момента, пока она не станет членом НАТО, а станет она членом НАТО тогда, когда она победит, ну, когда закончится масштабная война, и Украина победит и отвоит свою территорию. Я не хочу сейчас уходить в НАТО, потому что это отдельный разговор. Да. Это тоже случилось. Теперь поехали дальше, товарищ русский. Вы же ездили по всему миру. Слушайте, ваш преступный президент тоже ездил. Слушайте, ему все жали руку. Ну как? Он был членом большой восьмерки. Выперли, да. Это и есть, пока еще есть, да, член по большой, ну, P5, постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Ядерный там, клуб. Да, во всех международных организациях. И вы, в принципе, и вы ездили по миру. Ну, так, в принципе, да, ну, нормально. Да. Ну, тогда вы ездили по миру, а сейчас вы ездите по миру. И вы можете сказать спасибо вашему президенту Путину. Что у большинства адекватно мыслящих людей в этом мире реакция на паспорт российского гражданина почти как на удостоверение сотрудника СС. И на слово «Россия», и на само слово «Россия». Конечно. Теперь поехали дальше. Слушайте, с теми доходами, которые у вас были,
Ну, я забыл, сколько Россия занимает. Значит, американцы занимают приблизительно где-то, кажется, четвертая часть мирового ВВП, а Россия 1,2%, если мне память не изменяет. Я могу ошибиться. Не принципиально. Да? То есть, самая крупная по территории страна в мире на уровне 1% мирового ВВП. С неимоверными ресурсами. Нефти и газ. Что вы потеряли, кроме всего этого? Вы потеряли более 1 миллиона людей, которые уже выехали и не вернутся. Которые, в принципе, могли для вас построить ну, адекватную страну. Не тюрьму народов, которую вы строили для себя. Не жалкое подобие какой-то нацистской империи, которая разговаривает на русском языке. В принципе, более-менее адекватное государство. Я умышленно говорю более-менее, потому что история России мне не дает возможности утверждать, что это государство в состоянии быть нормальным, адекватным, демократичным, нетоталитарным. Не дает у меня такой возможности. Или я плохо историю изучал, или, блин, они идут по этой исторической книжке уже столетиями. Ну, хоть более-менее. Этого тоже не произошло. Поехали дальше. Вы же били себя в грудь и рассказывали, что без вас мир рассыпется, что вы контролируете, что вы наконец-то, значит, контролируете и не только контролируете, а и поставляете все энергоносители в Европу. И Европа никогда от вас не дернется. Это не Путин избавил Европу от зависимости от российского «Газпрома» и «Роснефти». То есть, ну, еще одно приобретение. Дальше. Вы же говорили, какие вы великие. Ну, идите, расскажите это Ши теперь, президенту Ши Китая. Кто из вас великий? Мне кажется, что в принципе, ну, точно не только Ши, не только Китай, а и весь периметр тех, кого вы считали, ну, как минимум, наравне с собой, стали на несколько голов выше вас. А вы стали сырьевыми придатками сырьевой базы. И останетесь такими. Дальше я вообще... Да, дальше, вы знаете, там можно говорить о ваших писателях, о вашей истории. Там, я знаю этот нарратив, в особенности французский нарратив, там, и европейский. Да, великая русская культура. Во-первых, на минуту. Достоевский, того, Толстой что... начинается. Да, я очень люблю, да, я рад. И, во-первых, начнем с того, что каждая страна, каждая нация имеет свою культуру, и каждая нация считает свою культуру великой. Поэтому, да, мы рады, что у вас тоже есть культура. Да. Но к чему я сейчас про культуру веду? Что с чем вы вообще теперь ассоциируетесь? Вы ассоциируетесь с вашими культурными мифами? Или вы ассоциируетесь с военными преступлениями? Или вы ассоциируетесь с изнасилованиями, с убийствами мирных граждан? С этим ассоциируется Россия? И кто это все сделал? Так у него есть фамилия. Путин Владимир Владимирович. А теперь смотрим дальше. А еще кто? Те, которые поддерживали Путина Владимира Владимировича. Извините, Дмитрий Ильич и наши зрители, что я настолько долго ушел в объяснение, но я еще это могу, важно. Я это еще важно. Могу долго объяснять. То есть я хочу, чтобы сами российские граждане себе задали вопрос и попробовали на него ответить. Как вы туда пришли, где вы находитесь, и что вы собираетесь с этим делать? Потому что мы, как украинцы, мы очень хорошо знаем ответ на вопрос, как мы пришли туда, где мы находимся, и что мы с этим будем делать. Мы не пришли туда, нас заставили прийти с тем, чтобы воевать за свою страну. Вы заставили. А чем это закончится? Я не единожды говорил, что есть мировая справедливость. Угу. В рамках этой мировой справедливости это может закончиться только одним. Точно так же, как закончилась нацистская Германия, так должна закончиться путинская Россия.
Арсений Петрович, мы 33 минуты в эфире, нас смотрят 14 699 человек. Мы каждому из них благодарны. Мы сейчас будем говорить о Пригожине. Будем очень интересно говорить. Я только хочу сказать, что между нами и Арсением Петровичем вы видите прямоугольничек, QR-код, написано «Донать на дроны для ВСУ». Мы успешно осуществляем эту программу. Арсений Петрович, я хочу прямо похвастаться. Вы знаете, у нас рывок такой. Мы уже собрали на 56 дронов для Збройных сил Украины. 56 дронов. Благодаря нашим прекрасным зрителям, я прошу всех, кто может хоть что-то перечислить, пожалуйста, наведите камеру мобильного телефона на QR-код и перечисляйте. Мы эти деньги прямо, это Монобанк, банка так называемая. Прямой ход, деньги идут в магазин, из магазина дроны ко мне, от меня в конкретные бригады, которые дает ответственный от генерального штаба. То есть эти дроны попадают прямо в войска, и они сегодня как никогда нужны. Ну а теперь Пригожин. Арсений Петрович. Дмитриевич, у меня тут дрон, я, кто хочет посмотреть, тут тоже заходите на Facebook страницу мою и фонда. У меня уже есть дрон-ветеран. Он 900 километров налетал. Ну, потому что там на 900 километров дрон-ветеран налетал. И, в принципе, он не просто летает. Он не путешествует просто. И мы вот сейчас опять новую партию дрона в FPV отправляем. То есть... 900 километров, ничего себе. Работаем на победу. Класс. И это маленький дрон, вы поняли? Это не... Ну, да, не да, понимаю. Арсений Петрович, Пригожин, я так понимаю, что он не может действовать в одиночку. Мне кажется, за ним есть некая сила в России. Кто-то ГРУ, наверное, какие-то кремлевские башни. Ну, не может человек так себя вести... Как мне когда-то Евгений Кириллович Марчук говорил, первый разведывательный признак. Глядя на человека, который разнузданно и разухабисто себя ведет, надо всегда понимать, за ним или спецслужба, или государство. Вот за Пригожиным кто-то явно стоит, и когда он говорит, я иду на Москву, и когда он уже сегодня Путина послал, после того, как Путин о нем такое сказал, становится понятно, что его где-то ждут, и за ним идут люди, и его кто-то конкретно крышует, кто хочет смести Путина. Это так или нет? Возвращаемся к первому пункту, Дмитрий Ильич. Пригожин появился исключительно благодаря Владимиру Путину. Все, что есть у Пригожина, это все, что ему дал Владимир Путин. Начиная от денег и заканчивая оружием. И не только оружием, а и живой силой. Если бы не Путин, Пригожин бы никогда не получил права ездить по российскому новому ГУЛАГу и из фактических преступников делать мертвых героев России. Хорошо сказали. То есть все, что есть у него, это и есть государство. Это и есть собственность российского государства и Владимира Путина. И тут для меня был вопрос, я вам напомню, мы с вами говорили о Пригожине в прошлый раз. Я сказал, это одно целое. И Путин менжуется. Чью сторону принять? Я уверен, что Пригожин, как первый человек, который сидевший трижды, это первое. Второе, который, соответственно, в принципе, имеет какой-то незаурядный мозг. Конечно. Да. Третье. Из-за того, что сидел и имеет незаурядный мозг в состоянии читать плюс-минус людей. И четвертое, ключевое. Вы же понимаете, кто лучше всего знает хозяина? Тот, кто носит еду. То есть он хорошо знает психологический портрет Путина. И он качал историю против так, еще одного военного преступника Шойгу, и Герасимова, дабы склонить Путина к принятию решения в пользу себя. Ведь мы же должны с вами просчитать мотивацию Пригожина. Конечно, это самое главное. Да. Какая у него была мотивация? Ну, мотивация у него же была не возглавить Организацию Объединенных Наций и стать, блин, демократическим лидером мира. Да?
Вот. Или мотивация у него была точно не в Силиконовой долине сделать компанию по штучному интеллекту. У него мотивация была взять власть, а дальше грабить, дальше убивать и дальше влиять. И защитить себя. Внимание, еще защитить себя. И, в принципе, Путин, ведь о Путине многое говорят. Я вам говорил, что я с ним не один раз встречался лично тет-а-тет. И, в принципе, Путин сидел на своем византийском подходе и вашим, и нашим довольно длительное время. Потому что, ну, представьте себе, да, ну, как, какой-то там ханыга, значит, который, да, имеет оружие и пару десятков тысяч людей, ну, просто уничтожает, это я такое слово нашел, даже не уничтожает, а, знаете, поливает уриной, вот так, ищу какие-то, ну, слова типа интеллигентные, понимаете, поливает уриной целого министра обороны, подельника, кстати, Путина, и целого начальника генерального штаба, и президент молчит. Я бы сказал, еще и посыпает экскрементами, видите. О, вот это красиво у вас. Да, вот тоже. Человек, который сидит в кресле российского президента, молчит. Ну, как такое может быть? А вы же понимаете, на это смотрит вся российская элита. И не только российская элита, на это смотрят рядовые военнослужащие преступных войск Путина. И тут быстрее всего дошло до ситуации, где я не исключаю, что российские или военная разведка, или спецслужбы быстрее всего могли получить команду от Путина убрать Пригожина. Я не исключаю этого. Убить. Ну, это, в принципе, для Путина это как здрасте. Слышите, да? Тот ему котлеты носил, а этот ему новичок принесет. Да? То есть, в принципе... Может, котлеты были плохо приготовлены? И я не исключаю, что это было одной из ключевых мотиваций. Он понял. Угу. Пригожин понял, что первое, я не получил власть. Я не получил Министерство обороны. Я не получил гарантии защиты. Более того, что я получил? Кажется, я получил возможность собственного истребления. Потому что что-то должно было триггернуть его. И ведь... Посмотрите, что он все это время ни разу не называл фамилию Путин. Да, дедушка старый мудак, что-то было раз проскочил. Дмитрий Ильич, в России дедушек много, это стареющая нация. Мы же не знаем, я же говорю конкретно фамилия Путин. Не было ни разу. Правильно, не называлась. И эта игра закончилась. Фактически она закончилась, знаете, когда? Она не вчера закончилась, тогда, когда Пригожин пошел с маршем справедливости. Вот эти преступники придумывают. А? Да? Убийцы и преступники ходят с маршами справедливости. Этот мир перевернулся. Это, блин, сюр какой-то. А тогда, когда Путин сегодня записал свое так называемое обращение, и тогда все, в принципе, карты вскрылись. То есть, что означает сегодня после этого обращения военного преступника Путина? Что действительно у Пригожина уже нет опций, он или покойник, или он куда-то дойдет до чего-то. И второе, что Путин четко принял решение ассоциировать себя и стать в сторону только на сторону своего преступного военного командования и специальных служб. Вот, в принципе, вот так я вижу картину, которая сейчас происходит, и надо очень внимательно смотреть, что будет дальше происходить. Я еще раз хочу сказать, что для меня и один, и другой военные преступники. Для меня и один, и другой враги украинского государства. Для меня, чем больше будет нестабильности и войны между такими, как Пригожин и Путин, тем, в принципе, в краткосрочном это может давать определенные, ну, бонусы, скажем так, для нас, потому что они заняты внутренней борьбой. Дорогие друзья, мы с вами купили для вооруженных сил Украины уже 30 дронов. 30 разведывательных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые так необходимы на фронте. 30 дронов.
Это много или мало? Конечно, это не мало, но это и немного. И я хотел бы, чтобы мы с вами купили для вооруженных сил Украины 100 дронов. 100 дронов, которые так необходимы сегодня на фронте. И поэтому я приглашаю всех в мой магазин мерча «Гордон Шоп». Каждый, кто что-то приобретет, получит в подарок вот такую вот шоколадку. Итак, сколько наименований моего мерча вы купите, столько шоколадок, вот таких, повторяю, шоколадок, вы бесплатно получите. Приходите в магазин «Гордон Шоп», покупайте все, что вам понравится, получайте в подарок шоколадки «Гордон». И самое главное, давайте вместе поможем нашей прекрасной армии изгнать ненавистного оккупанта с украинской земли. Арсений Петрович, 18 тысяч зрителей в прямом эфире, в Киеве 18:44, и я вам хочу задать вопрос, хочу вас спросить. Вооруженные силы Украины могут, воспользовавшись тем, что происходит сегодня в Ростовской, в Липецкой, в Воронежской областях, стремительным рывком войти туда? Дмитрий Ильич, первое. Я никогда не комментирую темы, где я не являюсь специалистом. Признак класса. Угу. Я не комментирую военные планы, военные намерения, военные операции. И могу там с точки зрения какой-то аналитики просто дать предположение, но это я не комментирую, это первое. Второе. То, что я могу точно вам сказать, что ключевая задача вооруженных сил украинского государства – это освободить украинскую территорию. Третье. Вот там есть у них какие-то, там, кроме Пригожина, там РДК или как они там называются? Mm-hmm. Я уже их не местные патриоты. Так вперед, пожалуйста, товарищ. Вон у вас там целая Россия, идите освобождайте свою Россию. Мы освобождаем Украину от вас, а вы освобождаете Россию друг от друга. И нас, в принципе, нас это устраивает. Да? Поэтому, да. Поэтому задача сейчас, еще раз подчеркну, что, в принципе, сейчас это какая-то дополнительная возможность, не более чем. То есть тоже не переоценивайте ее. Дополнительная возможность для Збройных сил Украины, для Вооруженных сил Украины, потому что ну, все военное командование, все политическое командование России занимается сегодня своим питомцем господином Пригожиным. 18288 зрителей в эфире. Скажите, пожалуйста, Арсений Петрович, я сейчас спрошу вас, не как премьер-министра не дважды Украины, не как спикера парламента. Я спрошу вас как министра иностранных дел. Какая прекрасная возможность, как на мой взгляд, для Грузии, Молдовы, где Приднестровье, для еще ряда таких нестабильных регионов, где русские торчат, какая для Беларуси, какая потрясающая возможность, пока в России бардак, решить свои проблемы, свои вопросы? Дмитрий Ильич, ну пока я бы разделил этих две субстанции. Вообще прекрасная возможность – это то, что для них всех – это сохранить свое государство благодаря Украине. Потому что если бы не Украина, которая борется с Путиным, который считал, что он за трое суток захватит Украину и чуть ли дойдет не то, что там до Польши, а, наверное, хотел провести вторую оккупацию, в том числе и вернуть Восточную Германию. То есть тогда это означало бы однозначно падение и Грузии, и падение и Молдовы. То есть у меня даже сомнений нет в этом. Это был бы только вопрос времени. И точно так же был бы еще вопрос, что было бы с балтийскими странами. Да. Потому что если бы пошло по тому плану, который был остановлен нами, украинцами, по путинскому плану, который не состоялся, так скажите, пожалуйста, а почему бы он не тестировал пятую статью Вашингтонского договора? И не отправил свои войска в Латвию, Литву и Эстонию. Почему нет? Сказал, ну давайте, я хочу посмотреть. У вас там была стратегия сдерживания, да?
Ну, вот я ее хочу посмотреть, как она у вас работает. Вот, поэтому не связывайте, пожалуйста, борьбу двух преступников внутри России, это Путина и Пригожина, и украинскую борьбу за свою независимость и вообще право каждой страны на суверенность и на собственную независимость. И вообще, ну, слушайте, наше право жить у себя дома в своих странах. Да. Там, наверное, знаете, глубже есть вопрос в самой России. Да, вот я очень часто слышу истории о том, что вот там есть национальные движения, и вот вы знаете, Россия может распасться, и вот а там Татарстан отойдет, а там Чечня, Якутия. Чечня, да. Ну, я думаю, что тут есть определенное преувеличение. Потому что, во-первых, путинская Россия и ФСБ очень много сделала для того, чтобы деклассировать национальное влияние. Размыть его. То есть ни в одной из этих так называемых республик нет доминирующего активного большинства, которое в состоянии взять на себя ответственность. Это первое. Ну, мы его пока не видим, скажем так. Ну, вот, Дмитриевич, а вот если бы это появилось, тогда мне стало бы понятно, что происходят какие-то процессы в самой России. Потому что мы как-то сами разберемся. И Молдова, и я надеюсь, что Грузия вернется в лоно демократических стран. Вот. А вот то, что происходит в самой России, пока я не вижу там ничего, ну, кроме там борьбы преступных мафиозных кланов внутри, которые, в принципе, были созданы друг другом, которые поддерживали друг друга, а сегодня которые пытаются убить и съесть друг друга. Но каких-то национально-демократических движений, которых, ну, хотя бы, ну, первые ростки борьбы за собственную свободу в федеральных территориях, ну, пока не наблюдается. Арсений Петрович, я сегодня внимательно слушал Путина. Он выступал минут 5, спустя 12 часов после начала фактического военного мятежа, будем называть вещи своими именами. Я вам скажу, конечно, на нем лица не было. Я посмотрел еще раз, сравнил кадры, когда он, как вы сказали, 24 февраля прошлого года выступал. Небрежно так вот так сидит, галстучек в сторону. Да? Ну, он уже был властелин мира, вы что, тогда, понимаете? Конечно. Да, он уже все. Конечно. Отчего дрожь по коже шла, честно говоря. А сегодня это пришибленный дед, страшно напуганный, это видно, напуганный. Скажите, пожалуйста, какой приказ он должен отдать, учитывая, что Пригожин во всеуслышание объявил, мы идем на Москву, и я вам скажу, что в принципе, смотрю на часы, часа два осталось Пригожину до Москвы. Они... Да, они были в 400 километрах, вот это последние данные, которые были. Это часа два, к 9 по Киеву они должны подойти к Москве. Ну, считайте, мы уже с вами час разговариваем, то есть уже время сократилось. Какой приказ отдал Путин? Так он его публично сегодня огласил тогда, когда записывал свое обращение. Ну, расшифруйте, что за этим стоит? Путин отдал приказ убить Пригожина. Так. И те, кто будут содействовать Пригожину в его так называемом марше справедливости. Хорошо, Пригожин не дурак, он это понимает. И более того, мы с вами говорили, я считаю, что этот приказ быстрее всего поступил раньше, нежели Путин его сегодня объявил. И это было триггером. Да, это было триггером, это спровоцировало Пригожина на принятие решения защитить собственную задницу. Арсений Петрович, ну давайте спрогнозируем ситуацию. Значит, человек идет, во-первых, он же оставил войска и немало в Ростове, он же захватил фактически миллионник, миллионный город, так? Он оставил какие-то войска в Воронеже, и он идет войсками на Москву. На что он рассчитывает? А у него ситуация, пан або пропал. Не знаю, как это по-русски. Так и есть. Да. На что он рассчитывает? Смотрите, у него так, или вышка. Или крышка. Правильно. Да, а вышка и крышка – это одно и то же, в принципе. Да. Или выживание собственное и формирование какой-то новой вертикали власти в России с новыми преступниками. Ну, давайте смоделируем вот более бытовую ситуацию. Его банда подходит к Москве. Там уже вы видели, что там мешки с песком, бронетранспортеры, танки – вояки, все как надо.
Дальше что? Дмитрий Ильич, я вам скажу так, что, смотрите, по разным цифрам у него там сейчас там 25-35 тысяч людей. Да. Одна история иметь 25 тысяч людей, которые воевали, которые обкатаны в бою. А вторая история иметь 250 тысяч. Да, даже в прекрасном обмундировании с чудесной техникой. Хотя хочу вам сказать, что, в принципе, чудесной техники нет, потому что она разбомблена и разбита. Вот, там мордирование, ну, возможно, еще они пошить могут, но стреляют они из калашей, да. То есть там же есть еще проблема снабжения как такового для веренных войск Путину. То, в принципе, 25 тысяч людей против 250 тысяч, 25 тысяч а-ля преступных вагнеровцев, которые воевали с боевым опытом, против 250 я больше поставлю на 25. Против 250 регулярных войск, внутренних войск, ОМОНа, ШМОМОНа, там, ихних спецназов и всего остального. Я на них, на этих поставлю. И при этом я читаю сообщения, что то одна часть перешла на сторону Пригожина, то другая, то еще какие-то люди. То есть, видимо, он и обрастает людьми потихоньку. Мы не можем доверять ни одному источнику информации. Да. Мы не доверяем ни Путину, мы не доверяем ни Пригожину. То есть, более того, вы даже посмотрите, тогда, когда он описывал ситуацию по причинам вторжения, по причинам войны России против Украины, он выложил все причины, но, внимание, он не сказал о том, что решение о агрессии против Украины принимал Путин. Он слепил постанову, да, то есть оставляя еще открытую дверь. Я опять возвращаюсь к тезисам, которые у нас с вами были на протяжении эфира. Оставляя открытую дверь для Путина. Он слепил, что это коррупционный Шойгу, значит, для того, чтобы дальше воровать и укрепить свое влияние. Там и в Герасиму. Что не соответствует действительности. То есть это ложь была. Поэтому по тому, на кого ставить, да я не хочу вообще там ни на кого ставить. Пускай перегрызутся. Арсений Петрович, ну хорошо, 2-3 часа они подойдут к Москве. Вот еще раз, мне очень интересно, мы же с вами это сегодня увидим. Будет бой, скажите, на ваш взгляд? А у ни у одного, ни у другого нет никаких других шансов. То есть Путин отдал приказ уничтожить Пригожина. Пригожин знает о том, что его уничтожат. Ну хорошо, может Пригожин сдаться. Ну теоретически. Теоретически все может быть. Ну теоретически и те войска могут сдаться. Тут опять, это ж... Дмитрий, мы не занимаемся гаданием на кофейной гуще. Хорошо. Мы говорим о фактах. Да? Хорошо. Факт сегодня, что да, они идут. Куда дойдут, мы это увидим. 20 тысяч зрителей в прямом эфире. 20 тысяч. Такую прекрасную погоду, что говорит об одном, Арсений Петрович. Интересно, что вы думаете об этой ситуации? Давайте я дальше спрошу вас. У нас есть два варианта. Или Пригожин прорвался в Москву, или Пригожин не прорвался в Москву, и его уничтожили. Если его уничтожили, и он не прорвался, в общем-то, все понятно. Почему? Закрутят гайки. Нет? Да, смотрите, непонятно. Давайте рассмотрим, да. То есть, ну, да, если он прорвался там, в Москву, пал режим Путина, заменился на режим Пригожина, значит, наши западные союзники сейчас, вот уже был телефонный звонок Большой Семерки. Почему? Потому что все явно смотрят, что происходит в России. Ну, у этих же дураков куча ядерного оружия еще с советского времени, понимаете? Да, то есть весь мир же смотрит, что будет завтра. А точнее, не то, что завтра, а через 2 часа что случится. То есть тут будет длинная череда последствий. А теперь давайте базовый сценарий, который нарисовал себе Путин, о том, что он подавит кулинарный мятеж. Вот, и в результате этого, значит, он фактически возьмет власть под полный контроль. Первый мой вывод. То, что уже сейчас произошло, имеет неимоверные последствия для власти Путина. Неимоверно отрицательные последствия для власти Путина. Никогда за 20 лет даже близко не происходило того, что те псы, которых Путин кормил с собственной руки, будут отгрызать эту руку по шею. Никогда во власти Путина не было такого, чтобы фактически на территории
которое полностью контролируется его преступным режимом, происходили военные действия между военизированными подразделениями и вооруженными силами России, которые и те подчинялись ему лично. Никогда за времена Путина не было такого, что россияне сегодня думают, а что произойдет? Кремль может пасть. Даже дроны, которые летали над Москвой, да, они не давали такого эффекта. Более того, знаете, сейчас товарищам русским что надо посоветовать, товарищи русские? Смотрите. Ну, вы же нам проблем понасоздавали вот так, да, поэтому мы знаем, что происходит дальше. Вам что надо сейчас? Вам надо первое. Быстро ехать на заправке, заправляться. Бензина. И то так по канистр 10. Второе. Быстро бегите в магазины. Надо купить. Соль, там что там, сахар, воду, мясо. Ну. Третье. Быстро снимайте бабки. В банке. Потому что сейчас в понедельник объявят банковские каникулы. В зависимости от того, как ситуация будет разворачиваться. Снимайте. Это деньги. Вы как руководитель Нацбанка Украины говорите. Да, чтобы русские снимали свои деньги. Это правильно. Да. Дальше. Вывозите семьи. Дальше. Точно он будет делать, Путин точно будет делать следующую войну мобилизации. Если он останется у власти. И я тут очень хочу... смотрите, как реалист, я в который раз вам скажу, я никогда не переоцениваю события, которые происходят. Да. Вот эмоция в этих вещах, она лишняя. Потому что там сегодня кому-то кажется, что все, Путин уже упал. Как всегда, умер там 25 раз, да, или и 34 у него еще есть этих тройника или двойника, и все остальное. Ну, оно так, да не так чуть-чуть. Но беспрецедентные события происходят в путинской России. Такого слабого Путина не было никогда за два десятилетия его преступного правления. Чем бы ни закончилась история с Пригожиным, это огромнейший удар по легитимности, репутации и силе власти, которую Путин держал до этих событий. Арсений Петрович, мы в эфире 59 минут, нас смотрит 21 536 человек в прямом эфире. Я знаю, как вы не любите давать интервью, но я вас прошу, давайте еще минут 15 поработаем. Есть еще вопросы? Дмитрий, ну не будем отвлекать людей, еще 5 минут и... Арсений Петрович, вот честно, есть вопросы важные. Ну, не ленитесь, пожалуйста. Это очень важно. Смотрите, Дмитрий, я все сказал по этой ситуации. Да? Есть еще вопрос по этой ситуации, да, и несколько вопросов блицам по другим. Ну, давайте, пожалуйста. Мы рассмотрели вопрос, если Путин победит сейчас Пригожина. А теперь вопрос, если Пригожин победит Путина. Вот давайте я как не профессионал скажу, как я это вижу, а вы меня опровергнете или поддержите. Значит, я считаю, что война сегодня держится на одном Путине. Пригожин, если он попадет в Москву, он захочет, первое, амнистию свою и своих вагнеровцев на Западе. Он захочет, чтобы ему оставили деньги и дали еще заработать. Возможно ли, что Запад скажет ему, так, давай, выводи войска с Украины, вали все на Шойгу, Герасимова и Путина. Это они, русский народ, в такую авантюру вовлекли. Давай, возвращай Россию в нормальное положение, мы тебе снимем санкции, не борзейте, работайте спокойно, крадите дальше у своего народа, не трогайте Украину. Возможно это? Нет. Я такого сценария не вижу. Вот в особенности там воруйте дальше, не трогайте Украину, никогда Запад на это не пойдет. Ну, начнем с того, что вот мы с вами сейчас говорили, что в понедельник могут быть объявлены банковские каникулы. Mm-hmm. Так в Москве уже объявили нерабочий день понедельник. Уже Собянин только что заявил. Ведь он, наверное, слушает эфир. Да, да, да. Поэтому еще раз говорю, товарищи русские, бензин, соль, сахар, магазины, вода, дети, мобилизация, доллары, рубли, банки, все обязательно уже делайте. Потому что ну, вы же вообще ни с чем останетесь. Да? Это первое. Второе, по тому, что может случиться, если путинский режим падет. В принципе, Путин, кстати, сегодня провел историческую параллель. Первая мировая? Нет, 17-й год. Ну да, Первая мировая, и потом 17-й год. То есть для меня это...
Для меня это отречение Николая. От престола. Вот когда он это говорил, он что имел в виду? Интересно. Конечно, да, в 17-й, вот, молодец, дядь Вова, молодец, там, кто-то у тебя там, Ковальчук или кто там тебе лекции читает по истории. Гениальный текст записал. Ну, в этом тексте, в принципе, все правильно сказано. То есть, это может быть конец Путинской империи. То есть, это же даже, знаете, на подсознании такие вещи сказаны. И у него слово «капитуляция» прозвучало, вы слышали? Да, конечно, конечно, конечно. Mm-hmm. Все слышал, да. То есть, в принципе, конечно, что Путин не готов отречься от престола, но исторические события, так и Николай не был не готов отречься от престола, но исторические события поворачиваются таким образом иногда, а точнее всегда, который ты точно не ожидаешь. Но что было потом? А потом пришли большевики. То есть, одного тирана сняли в виде Путина, да? И это же Россия, я опять вам говорю. Ну, пришли другие, такие же. Поэтому сказать о том, что с приходом Пригожина какого-либо, я назову условного Пригожина, да, угу. Потому что раньше или позже Путин закончится, или сейчас, или через какой-то период времени, у него же тоже есть срок эксплуатации, да, он закончится. Так вот, после этого Путина с появлением нового какого-либо я не ожидаю в России никаких демократических преобразований вообще. И поэтому сегодня, когда я давал интервью британцам, я сказал, товарищи британцы, внимание, вот пожалуйста, вот не надо сейчас сразу говорить, что Россия завтра распадется, и Украине, ну, Украина справится сама. Это вообще никакой не экскьюз для того, чтобы даже подумать о том, чтобы уменьшить объем поддержки Украины. Арсений для Петрович. Нас ничего не поменялось, Дмитрий Ильич. У нас идет наша священная война за нашу свободу и за нашу независимость. Есть бонусный фактор в виде войны одного преступника вместе с другим преступником, это преступника Путина с преступником Пригожиным, в преступной России. Арсений Петрович, 22 тысячи в прямом эфире. Зрители, мы благодарны каждому из вас. 5 быстрых вопросов, 5 быстрых ответов. И мы закругляемся. Арсений Петрович, возможно ли... Есть зрителям, которые к нам сейчас присоединились, если у вас будет возможность, вы нас посмотрите с самого начала. Почему? А, посмотрят. Да, там с самого начала вы просто увидите там подготовка, скажем так, да, вот к нашим выводам. Потому что для меня крайне важно, для того, чтобы люди, ну, они могут соглашаться, могут не соглашаться с мнением, но хотя бы услышали. И, возможно, сделают свои выводы, может, ваши выводы будут лучше, чем мои. Но хотя бы послушайте, пожалуйста. Итак, 5 вопросов быстрых, 5 быстрых ответов. Возможно ли, если помечтать, что при благоприятном стечении обстоятельств, ну, в течение недели война закончится? Первое, я не мечтатель. Второе, я этого не вижу. Ваш друг Барак Обама выступил со странными заявлениями по Крыму. Это касалось как раз, когда вы были премьер-министром событий. Что сказал не так Обама? Или, может, он так все сказал? Я внимательно послушал президента Соединенных Штатов Обаму. И я вам хочу сказать, что, в принципе, он там сказал правду. Он сказал правду о том, что Украина тогда и Украина сейчас – это две разные Украины. Он сказал правду тогда, что Запад тогда и Запад сейчас – это два разных Запада. И я вам хочу сказать, что это слава Богу, что нам тогда удалось… И я скромно и себе это припишу. Тогда, когда как первый премьер-министр Украины был в овальном кабинете в Вашингтоне, убедить американцев и убедить европейцев впрячься за Украину. Да, не так быстро и не так масштабно, как хотелось бы, но нас уже тогда не сдали. Из-за того, что нас не сдали тогда, у нас случился 22-й год, у нас появилась армия, у нас появилась мощная страна, и у нас появилась мощнейшая поддержка, благодаря которой мы сегодня воюем. Арсений Петрович, многих украинцев очень волнует, и люди просто, ну, на грани помешательства некоторые. Может ли Путин бросить на Украину ядерное оружие? Если у него есть ядерное оружие, то, конечно, да. Если бы его не было, то я бы сказал, конечно, нет. Ух, как вы. Вот так даже, да? Хорошо.
Смерть России возможно? Государства рождаются и умирают. Таков исторический процесс. Это касается всех, в том числе и, конечно, может касаться России. Коррупция. Мы уже насмотрелись на эти миллиарды нецелевых вытрат в Министерстве обороны, а у нас, оказывается, военкомы есть миллионеры долларовые с виллами на Западе, с машинами и так далее, люкс-класса. Что происходит? Якщо хтось думає, що завдяки війні ці факти пройдуть непомічені, він дуже глибоко помиляється. Більше того, прийде час, кожному за такі злодіяння треба буде відповідати. І я хочу, щоб час прийшов, щоб відповідали в суді. От я конкретно скажу, в суді. Не самосудом, а в суді. І рівень підтримки народу України і рівень підтримки наших західних союзників залежить від того, як українська влада реагує і буде реагувати на такого виду корупційні злочини. І це не просто корупційні злочини. Оце реально злочини проти національної безпеки держави в час війни. Напоследок, Арсеній Петрович. Ну, события же такие, что просто хочется в реальном времени за ними наблюдать. Сколько вы спали эту ночь? Да эти же опять русские бомбили, блин, отправляли, ну, часа 2,5-3. Так. Пригожин подъезжает к Москве, там дальше события. Вы планируете этой ночью спать вообще или нет? Дмитрий Ильич, я не буду с вами делиться ночными планами. В принципе, люди по ночам должны спать, дабы сохранять светлость ума и силу физической формы, дабы идти вперед и бороться. Арсений Петрович, давайте пожелаем всем нашим зрителям, чтобы... И это я хочу побажать, в первую очередь, нашим військовим. Да. И нашим всем украинцам, которые нас смотрят, пожелать, чтобы поскорее закончилась наша победа, эта война, и чтобы все спокойно спали, кто сколько хочет. Путь к победе длинный и тяжелый. Мы его пройдем. И мы победим. Слава Украине, Арсений Петрович. Героям слава. Дякую вам. Навзаємно.